И всем привет! Вы на канале Ведро и The Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы продолжаем играть в Танк Тастик. Будем кататься на стоковом тип 83 САУ. Это арта, как вы поняли, китайская. Вот так вот она выглядит. Ну, как обычно, арта да арта. Давайте погнали в бой, посмотрим, как она себя в бою чувствует. Надеюсь, есть подходящие для нас карты, и мы весело проведем время. Есть одна карта, это очень хорошо. Залетаем. Итак, мы уже в бою, пока я стоял в АФК, меня благополучно один разок слили. Блин, тут пацаны прям в упор стоят, нифига я появился. Что делать? Надо валить отсюда. Давайте хилочку возьмем. Можно же прямой... Нет, уже нельзя прямой наводкой стрелять. Короче, окей, не хотела раз на раз... Что за фигня, пацаны, вы заходите за нас-то, вы что? Сталинбой, давай, сопротивляйся. Вон он опять вылез. В упор меня фигачит. Паренек, так нечестно. Дядя, не надо, давай! Ну, почти его завалили, два раза попали, сейчас еще раз он сдохнет, окей. 0-3 счет, но мы на арте, нам все можно, да. Ох, сейчас будет жара. Ну, хорошо, что народ есть, я думал, почему-то народ не будет, вон, лачете едет. Ну, все, забрали, нам опыт дали. Уже прокачались, уже не зря заходили, как говорится. А то я, блин, хотел с ботами уже играть. Но все отлично тут у нас идет. Давай, вперед, дыт, по жопке получил, хорошо, давайте с навесик сейчас кидаться будем. Переключаемся. Пацан дрифтует. Отлично. А, просто можно, не глядя, стрелять сплэшем, зафигачим. Он, кстати, сейчас до хилки, наверное, пойдет. А, все, сдох, отлично. Давай, пушку свою опускай, будем прямой наводочкой бить. Народ заходит вообще по кайфу. Отлично. Хороший бой будет. Еще 22 минутки осталось. Меня сейчас, правда, по работке опять это отвлекут. Но вы этого, конечно же, не заметите. Лачеть в прямой видимости. Давайте посмотрим, где он ездит. Вот здесь вот, да? Достаем, нет? Как раз, давай. Вперед, снаряд, давай, по башке ему прям дыцку били. Хорошенько, блин. Люблю арту, пипец, вообще, да. На самом деле, нет, конечно. Ну, блин, приходится играть. Интересно, интересно же посмотреть на все танки. Давай, Сталин, будем. Да он оттуда птур полетел. Я видел тебя, чувак, ты на этой горе стоишь. Давай, вперед, 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 вперед. Давай, туда откуда-нибудь закинем. Тыцк. Я думал, уже убил кого-то. Еще давай. Пацаны, нужно посветить. Надо посветить, да. Кого-то в рыцаре. Вон кто-то едет, видите? То есть, а в чем прикол? А я вижу его так, в прицеле я его, естественно, не увижу. Но там вот кто-то пробежал. Вот он едет, смотрите, сволочь. Где-то вот здесь. Вот давай, попадай. Опа, сдох, смотрите. Ну, блин, ну как знал, а? Ёпарасоте, правда, не мне килл дали. Снаряд не успел долететь. Но ничего страшного. Сейчас на горочку залезем и опять будем выцеплять кого-нибудь. Вот, смотрите, ползет кто-то. Еще вот кто-то ползет. Причем на таком довольно-таки тяжелом танке. Давай, вперед. Сплэшик, сплэшик, сплэшик. Он не знает, откуда, кто по нему стреляет. Давай, прямой наводкой. Забираем, еще один килл. Выстрел, килл, давай. Итак, мы продолжаем страдать, работы получилось у меня много. Целые 10 минут, блин, потрачены впустую. Но ничего, у нас тут арта, смотрите, завелась. Замечательно. Причем две штучки. Надо с ними что-то делать. Прямой наводочкой, так сказать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, замечательно. Он нас тоже, короче, увидел, этот парень. Либо другой, потому что арты тут дофигища, да. Окей. А когда я успел 5 раз сдохнуть? Пипец, просто жесть. Появляемся, сейчас будем работать. Так, лачете все здесь. Ой-ой-ой-ой, как больно. Так, а может сделать вот так вот? Они все равно пока навскидку стреляют, пока меня не видно. А мы-то их хорошо видим. Так что давайте работаем. Давайте вот так вот как-нибудь встанем. Сколько успеем, закинем. Но он нас уже увидел. Сейчас уже в нас плюхи полетят, смотрите. Отлично. Одна есть. Тут пацан вообще, смотрите, просто это. А, снаряды долетают. Вот еще парень какой-то есть. Вдвоем стоят. Но я сейчас откинусь уже. Ну хотя бы этих повредим, может кого-то даже убьем. Никого мы не убьем, блин. Так, надо валить с этой точки, потому что она сейчас на простреле стоит. Чувак тоже, смотрите, 4 килла сделал на арте. С нашей стороны. Ладно, давайте валим. Я хочу все-таки по прямой наводочке поработать, потому что вот этот навес, это не особо интересно.
Сейчас куда-нибудь вот так вот встанем. Повернись, повернись, мужик, не стесняйся. Так, прямая наводка есть. До парня достаем, давайте, полетели. Не попали, блин. А еще разок давай. А, лачете душит нас, окей. Короче, арта это сложно, да. Это очень сложно. Где он стоял-то? Где-то вот тут вот. Да тут их дофигища так-то. И арта еще долбит. Короче, счет до 50 киллов. Сейчас по-любому народ отвалится. Ну, давайте в упорчик. На, тебе 30. Ну, блин, мы его не убьем, он натяжа. Парень, смотрите, на одной гусенице едет. Ну, да это нереально вообще, конечно, да. В плохих условиях мы начали, кстати, но наша Тима сопротивляется до последнего. Молодцы, конечно, парни. 46-48 мы сейчас, конечно же, заруиним, блин. Давай, блин. А-а-а, кто победил-то? Мы победили, представляете? Правда, меня тут нету в этом списке. Ну, что страшно, давайте еще раз попробуем. Надеюсь, сейчас по работе меня уже не будут отвлекать. И мы полноценно сыграем. То есть, это была такая, знаете, тренировочка. Так, дубль 156588. Я не могу зайти ни в одну карту, потому что они не подходят либо по размеру, либо по ИБшкам. Это очень все печально, да. Поэтому мы создадим сейчас свою карту в офлайн режиме против ботов все-таки. И повеселимся хотя бы с ботами. Сделаем уровень сложности ботов самый тяжелый. Карту какую-нибудь поставим, которая доступна. Допустим, Village. Почему? Нет, Village не хочу. Давайте Алабина. Она прямая, без препятствий. И все нам будет весело. Поставим 12 ботов. Командный бой до, ну давайте 25 киллов. И будем веселиться целые 15 минут, погнали. Занимаем позицию, карта настолько большая, что мы не будем достреливать до другого конца, если мне память не изменяет. Давайте попробуем, посмотрим, какой у нас радиус атаки. Или, не, походу достреливаем, нет? Это же конец карты получается. Это наш радиус, карта продолжается дальше, да, или нет? В общем, неважно. Будем стреляться на этой веселой карте, главное, чтобы наши парни светили. И мы, наверное, даже немножечко поближе подъедем, да, чтобы было веселей. Кстати, в Танк Компани тоже делают такую же карту, тоже с биатлоном, там тоже, говорят, будет весело. Ну, посмотрим, как они ее реализуют, скоро уже Танк Компани выйдет опять в тест в СНГ, тоже обязательно ее поглядим. Воу-воу-воу, рандомный снаряд прям мне в лицо попал и пушку вывел из строя. Замечательно вообще, да. Надо назад отъехать. Я прям не ожидал такого поворота событий. Ну, пацаны, светите, чего вы не светите-то? Вот, пошла жара. А засвет не... Вот куда он стреляет? Я, если честно, первый раз играю с ботами именно вот на таких условиях. Самолет летит, блин, сейчас больно будет. Бомба! Жесть, смотрите, как страшно это было. Ну, свои эмоции присутствуют. Конечно же, здесь, да. Даже с ботами. Только я не вижу никого, блин. В кого вы стреляете? Пацаны, война какая-то идет с невидимым противником. Вот, смотрите, парни умирают прямо на глазах. И пули летят, главное, трассера видно. А кто стреляет? Вот, кто-то есть, смотрите, наводимся. Похоже, наши боты не светят цели. А, походу, короче, да. С ботами был вариант не очень. Играть на Артему, потому что я их не могу засветить. И пацаны не светят. И что это такое вообще получается? Ну, в общем, класс арты не для меня, это точно, да. Надо именно вечером цеплять и только геймплей, наверное, записывать без комментариев. Чтобы звук нормальный был. Но это нереально вообще, да. Я их не вижу, пацаны не дают свет. Только в упор, если играть, то будет какой-то результат. Так, мы уже в прямой видимости, нас по-любому видно, а их что-то не особо. Вон, снаряд прямо в меня летит. Вот же стоит мужик, смотрите. А я его не вижу, придется наобум стрелять. Раз, давай еще разок. И не видно даже урон. Может, залагало, слушайте, ну так же не должно быть. Это трындец вообще происходит. Вот-вот сюда вот стреляют. По трассерам, короче, будем кидаться. Ну давай убьем, а? Ну давай убьем.
Убили, смотрите, замечательно. Короче, будем стрелять именно по трассерам. 1-2, счет замечательно. Короче, все хорошо. Вряд ли мы, конечно, 25 киллов сделаем, но уже что-то есть. То есть более реалистичные условия мы попали. Как-то так, да? Вон вертолетик еще летает. Ну, по вертолет фиг попадешь, конечно же. Хотя видел видосы, как сбивают сорты вертолеты. Еще один, да они что, издеваются, что ли? Что это такое? Вот здесь вот, короче. Как я понимаю. А может, мне показалось? Куда он стреляет? Ну, он оттуда, патроны летят. Вот здесь вот, да, стоит он, нет? Показан был бы урон хотя бы. Еще все мелкокалиберные какие-то, блин, не видно трассеры. Вот, все, парни, я заметил парня, смотрите, вот живой человек, точнее живой бот, замечательно, забрали, а хорошо вообще. Ну, короче, если мы видим цель, то убить ее без проблем вообще можно, да. Но, блин, по невидимым целям фиг попадешь. Ну, короче, будем и светом, и дамагером, и танком, и всем подряд. Вот он стрит стоит. И прям вот сюда вот лупим прямой наводочкой, тыц. Вот. Вспышки, главное, видно, а танка не видно. Да как тут дофига? Вон дерево упало, смотрите. Ну это от выстрелов, наверное, скорее всего. Ну давай, давай. Не, нифига, короче. Печально. Вот мы прям сюда стреляли, и потом он сдох. Ну, короче, довольно-таки интересненько. Интересное времяпрепровождение, конечно, я не на это рассчитывал. Но, тем не менее, что-то в этом есть, да. А, ну и самое главное, арту мы смотрим. Я не любитель арты, я вряд ли буду их качать в топ. Так, чисто поугарать. Так, это все наши парни. Ну, на мой взгляд, свет работает здесь неправильно, да. То есть, да, это нерф арты, чтобы не было видно, чтобы пацаны светили. Но эти-то парни не светят нифига. Получается такая чушь, что ты глазами видишь, а когда в прицел переходишь, то ты не видишь нифига. Вот откуда в меня прилетело? Вон оттуда, во. И вон еще парень стыд, смотрите, я прям на него перекрестие навел. Заходим в прицел, его тут нету. Но если мы стрельнем, то он сдохнет, да? Давай. Вот здесь вот стоит. Давайте проверим. Нет, он уже отъехал. Ну, короче, это бред, мне кажется, вообще просто полнейший бред. Поэтому, собственно, на артах я не играю, потому что гадалки какие-то получаются. Так, вон парень стоит. Да, вот прям здесь. Ну и чё? Не, не здесь далеко. Вот прям здесь, короче. Давай, вперед. Раз. Сейчас меня убьют, конечно, но я зато сделаю килл. Давай еще разок. Походу, да, вот он стоит. Ну, ёпарасота. Ну, вот как так угадать можно? Надо хилочку взять. Меня сейчас, скорее всего, убьют. Давай сюда, на скидку. Так, ну почти что, короче, ящиком упал. Печаль какая-то вообще, да. Даже боты, короче, меня гнобят. Все как обычно, да. Вон парень, смотрите, засветился, это наш шанс, где ты? Мы до него не достаем, короче, представляете? Надо ближе подъехать. А как вот он светится? Рядом с ним кто-то есть или что? Или это арта? Какая-то фантастика происходит? Давай, 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 только не пропадай из виду, мужик, пожалуйста, я тебя хочу убить. Еще чуть-чуть. Все, я думаю, мы достаем. Вот он, вот он, вот он, вот он, почти. Прям по краешку едет, смотрите. Ну, а тут препятствие. И скрылся из виду. Собака ты сутулая, давай. Хилку взял. Раз. Ну, конечно, фига два мы попадем.
Эх, истребитель бы мне сюда. Три вертолета летают, просто жесть. Четыре. Так вот, ну вот, прямая видимость. Ну, что может пойти не так, а? Его тут нету. Вот, я прям вижу, как он отсюда стреляет. Давайте убьем его. Еще разок. Тьфу ты, ее красота. Ну, за этих чуваков опыт не идет, так что мы не видим, вносим мы вклад в него или нет, да. Поэтому будем делать вид, что вносим всегда, да. Ну вот он стоит, я вижу его. Давай еще разок. На хилку дайте хотя бы встану. Еще разок. Рядом с деревом лежачим. Замечательно убили прям в ту точку, в которую мы смотрели. Клево. И вот так вроде бы крабишь целые 3 минуты, 4, потом делаешь один килл и такой, ебой, замечательно, все, да. Так, минутка осталась, и будем делать вердикт. А арта, в принципе, что могу сказать по ней, а то мы что-то увлеклись на геймплей. А она едет в стойке, смотрите, как быстро. То есть после каких-нибудь, я не знаю, блица, да, это замечательно, мне кажется, скорость, да. Башня медленно поворачивается, один всего лишь выстрел в обойме, но зато урона вроде бы даже хватает. Ну, естественно, стоят по умолчанию фугасы, я не знаю, можно ли тут брать снаряды. А по тяжелым целям отвратительно работает. То есть, если будет какой-нибудь совет, то урона будет 30, максимум 40, да. Но по легким целям, конечно же, лица ломает. Вот как-то так, да. Давайте финальный киллочек оформим, попробуем. И будем закругляться. Так, я вижу трассеры. Вот он, парень, давайте. Рикошет. Это, походу, не он. Так, давайте подальше возьмем. Вот, вот отсюда прилетает. Я не вижу никого. Можно подъехать вообще в упор и стрелять чисто по радиусу. Ну вон они там вдвоем аж стоят. Смотрите, сейчас хилочку возьмем. Давайте вот здесь вот поокучиваем цель вот эту вот. Ну давай, 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 последний килл. Ну, выстрел последний. Не убили, блин, печаль. Надо еще раз... А, уже не успеем, блин. Ну, в общем, время у нас вышло, мы проиграли ботам. Очень жалко, заработали 0 опыта, 0 денег, все как обычно, да. Ну, потому что с ботами играем. Ну, как-то так у меня с этими артами и происходит. А тем более с ботами, с ними вообще бесполезно играть. Они не только серебро с опытом не приносят, но еще и не светят нормально. Стрелять приходится наобум, противников не видно и вообще какой-то кринж происходит, да. Но, тем не менее, мы не могли пройти мимо этого танка, так что мы его посмотрели. Какой вердикт? Танк хороший, но кататься я на нем, конечно же, не буду, потому что есть более человеческие интересные типы машинок. Ну а следующая машинка будет тип 69-2, ну естественно после пути новичка. А пока на этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры, скоро продолжим. Пока-пока.